До 30% декабрьской нормы осадков в виде снега ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие два дня. Специалисты прогнозируют температурные качели с переходом через ноль. А дорожные службы приступили к борьбе с гололедицей и накатом. На дорогах города работают порядка 200 единиц техники. Комбинированные плужно-щеточные машины, грейдеры, бульдозеры, лаповые и ковшовые снегопогрузчики и иные виды специализированных машин. Снег с центральных городских магистралей и пешеходных тротуаров убирают более 300 дорожных рабочих. Несмотря на аномальные для декабря дожди, с улиц города вывезено почти 4000 кубометров снега и израсходовано более 3000 тонн песко-соляной смеси. По прогнозам синоптиков, в Нижнем Новгороде в ближайшие сутки ожидается облачная погода. На протяжении всего дня будет идти снег. Температура воздуха днем до 0 градусов. Однако уже к вечеру ожидается похолодание до -2–3 градусов, что приведет к естественному образованию наката и гололедицы на проезжей части и тротуарах. Дорожные службы просят нижегородцев быть внимательнее на дорогах и пешеходных дорожках. Автомобилистам рекомендуется по возможности пересесть на общественный транспорт, либо строго придерживаться скоростного режима. В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства подчеркнули, что вывоз снега и обработка противогололедными материалами будут производиться в течение всей недели. Выполняются эти работы поздно вечером в ночное и утреннее время суток. В ближайшие несколько дней дорожные рабочие будут устранять последствия снегопада. Особое внимание уделят очистке тротуаров.